Всем привет, Кент! На проводе сегодня, ребята, я буду делать обзор топ-проекта под названием Island Age. Давайте я зайду на этот сервер и пройду краткую регистрацию. Данный проект работает на версии Minecraft PE 1.0.3. Я пишу слэш, регистр и два раза повторяю мой пароль 1234. Дальше пробел 1234. Все, ребята, я успешно прошел регистрацию. Это у нас что-то наподобие лобби, то есть это у нас ни в коем случае, ребят, не спаун. Теперь я открываю обратно чат, пишу слэш спаун, и я, ребят, появляюсь на спауне. Ну что ж, у нас очень большой, очень просторный спаун. Слушайте, мне такие спауны очень сильно нравятся, потому что я, ребят, люблю спауны, где можно, не знаю, побегать, попрыгать, потому что очень классный, очень большой и очень прикольный спаун. Мне они лично очень нравятся, тем более такая светлая тематика, такое впечатление, как будто сейчас на улице не зима, а лето. То есть очень классно. Так, ребят, знаете что, давайте я напишу команду kit start и посмотрю, какой же тут начальный набор. Kit start. Ага, вы взяли кит-набор, не потеряйте его. Хорошо, не потеряю. Так, что же он в себя включает? Так, ну, ребят, халявы тут нет. Однозначно, халявы нет. Есть просто кожаная бронь. Дальше есть необходимые ресурсы для постройки дома. В принципе, неплохо, неплохо. Дальше у нас есть оружие. Меч острота 2. Дальше золотое яблоко. Камень, инструменты, даже лодки на защиту. Да, а, это кейс. О, давайте попробуем его открыть, а ну-ка. Ну. Так, я открыл кейс, и я получил, внимание, мне выпал пузырек опыта, а также мне выпало еще что-то, я не обратил внимания. Ну, в принципе, ребята, знаете, такой приятный подарочек, я, честно говоря, не ожидал, потому что, как-никак, пузырьки опыта — это очень ценный ресурс, потому что при помощи него, ребят, можно себе зачарить бронь, грубо говоря, бегать в железке, как в алмазной броне. Поэтому это очень классно. Давайте посмотрим, кто же тут играет из игроков и админов. Тут у нас есть суперадмин, креатив, VIP, креатив, ничего себе, ребят, очень много донатеров, я просто в шоке. Каждый второй игрок, по сути, донатер. Знаете почему? Потому что цены на донат тут очень дешевые. Я уже смотрел группу ВК, очень дешевые цены. Так, лучший сервер, ну это понятно, сайт с автодонатом, группа ВК. Да, кто хочет, вступайте. Иконка проекта, икона проекта, чуть не совсем понятно. Ну вот, короче, ребят, технический основатель, это Ричин или Райчин. Помощь по привату, на нашем сервере есть автошахта, ПВП. Слушайте, это прикольно, это классно, да? Телепорт на рандомную точку Wild. Кстати, это я знаю, потому что это уже было. Я, кажется, играл на прошлом проекте, уже не помню, как он называется. Там тоже была такая тема, типа нажимаешь Wild и попадаешь в рандомную точку. Ну что ж, ребята, я думаю, что, в принципе, на этом можно заканчивать. То есть, в принципе, проект очень классный, очень улетный, очень много разных плюсов. Поэтому я вам всем рекомендую зайти, поиграть, получить удовольствие. Конечно же, IP-порт этого уникального проекта будет в описании. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.